Внимание! Мы хотим рассказать, что происходит. Мы скоро отсюда выйдем. У нас проблема. Вероятно, в этом вагоне заразная болезнь. И ради безопасности Центр контроля за заболеваниями попросил устроить карантин. Это значит, что никто не выйдет и никто не зайдет. Боже, это Эбола. У меня голова кружится. Это не Эбола. А что это? Возможно, птичий грипп. Птичий грипп? Я не птица. К тому же в нем ничего такого. О нет, процент смертности выше 60. Раз, два, новый вирус, пандемия. Мы все умрем. Прочитайте про испанский грипп. Тише, тише, тише. Господи, это правда? Мы можем умереть. Это из-за того пацана, да? Он занес сюда заразу своим кашлем и кровью. Я вас засужу, если попытаетесь удержать меня здесь. Все на этом поезде истцы. Сэр, успокойтесь, паника не поможет. К черту, я здесь сидеть не собираюсь. Я чувствую себя отлично. Я сматываюсь. Все хорошо. Я остановил его. Да? О боже. О нет, он должен так делать.